думал, убрался кто-то. Никогда еще не слышал, чтобы так отпугивали людей. Прокашлялся.
у нас потеря бойца. Кого? Резко так обернулись. Алло. Колись давно-давно я планував купувати цей будинок. Поїздив з жінкою, його дивився. Ну давай ми тебе подождем. Смотри, ми ще не уходили. Получається, асфальтовану, ну, трасу вот эту, которая типа на окружную выходит, мы ее пересекли прямо, направо там блокпост, а мы поехали прямо. И вот едь за нами прямо, мы тогда тебя подождем. Давай. Не могу найти. Надо перейти. На свой велик. Ну, давайте его в этот. Найди, что хорошо портал, там где. По интернету за что не вернулся. Она и бесплатно будет в бейсфильм. А я уже где-то не смотрел. Это модель 6000. 600 или 6000, по-моему. Резинки не могу найти. На свой велик. На eBay. На eBay посмотрим. Не смотрел. Ну тут оттуда же долго. Давай, может, поп. Через магазинчик. Да, через магазинчик. Направо, да? Не, прямо. Алло.
Прямо, прямо, да, да, да. Там извилистая такая дорога вдоль речки. Что как ты любишь? Ну классно, да. Я уже не помню, когда я крайний раз здесь ехал. Ага. А мы к зоопарку будем выезжать? Да. Ну, да, да. Зоопарк там будет. Будем. Ну, я так и не вижу. Да, да. Дякую. Ага, а вот тут я уже потерялась, а скажи все-таки сюда. А, здесь точно, да. Я помню, да, здесь затока есть, мы там можем упереться в какой-то мостик, потому что речка справа, а это заплывчик сюда. Рома, мы что-то плохо едем, да? Ну ладно. Ну ладно. Землевладение есть, так что. Давай, я ж так и говорю. Да, да. Все правильно, вот поворот идет. Банни хоп.
Опять разболталась. Все правильно. Я просто тут. Все правильно, мы едем, да. Я тут уже вспоминаю. Можем, да. Что? Вид как раз. В сторону куда едем? Это вот это. Ну, как на караван выехать к озерам. К озерам это туда. Да, это туда. И вид туда. Куда? Вид. Ну да, туда едем. Да. Да не, я думаю, сейчас там где-то, наверное, какой-то. Там магазинчик есть. Да, станем все-таки по мороженке, наверное, хованем. Девок не хватает. Ну, есть те, которые не тормозят. Были? Да, сейчас такие. Thank you.
третьем этаже, да? А, там все сделано. То есть ты хочешь сказать, что тебе больше нечего делать, да? Ну, можешь сейчас оно сколько подойти по времени. Почти. А, придел. Ну, это, конечно, хорошо. А что он дальше не говорил? Ну, короче, пена еще осталась, да? Ну, все, это главное, чтобы дядя Вова мог доделать свою работу. Хорошо, все, давай, тогда я сейчас созвонюсь со Славой, решим, что еще там может быть придумать.